Доброго времени суток, друзья! И в этом видеоролике мы вам расскажем, как же изменить обои на телефоне HTC Desire 20+. Чтобы изменить обои, нам нужно зайти в наши настройки. Дальше мы пролистываем немножко вниз и находим настройку под названием «Display» и нажимаем на нее. Дальше среди всех предъявленных нам пунктов мы выбираем пункт под названием «Wallpaper» или «Обои». Дальше телефон нам предлагает три варианта. Сделать фотографию сейчас, выбрать фотографию, которую вы поставите на обои с вашей галереи, или выбрать уже какую-то из предъявленных, или которые предлагают вам производители телефона. Например, мы выберем третий вариант и выберем обои, которые нам нравятся, например, вот эти черные. Дальше мы нажимаем «Установить обои» или «Set Wallpaper». И нам, опять же, предъявляются три варианта, что мы можем выбрать. Установить обои на домашний экран, установить обои на экран блокировки или установить обои и на домашний экран, и на экран блокировки. Например, сейчас я хочу установить обои на оба экрана. Для этого мы выбираем третий вариант. Ждем немножко. И как видите, мы сейчас выходим и видим, что на нашем телефоне изменились обои. Как видите, это было совсем несложно, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много полезных видео.